Ежедневно тысячи верующих посещают Покровский монастырь в Москве. Для многих главная цель визита – возможность поклониться мощам Блаженной Матроны. Она родилась в 1885 году в Тульской губернии. С рождения Блаженная Матрона была незрячей, однако святая обладала даром духовного зрения. 8 марта церковь вспоминает обретение мощей великой подвижницы благочестия 20 века Блаженной Матроны Московской, жизнь которой – это один сплошной подвиг служения Богу и людям. И для всех нас это призыв быть внимательными к нашему Небесному Отцу и помогать нашим ближним. Матрона Московская была причислена к лику общецерковных святых в октябре 2004 года. При жизни она всегда помогала людям, не требовав ничего взамен, кроме одного – веры в Бога. В записях очевидцев того времени сказано, что за один день Матрона принимала около 40 человек. Помогала каждому, так же, как и помогает сейчас. Самое главное – это обратиться в молитве к Богу и осознать, что в жизни мы нуждаемся в нем, в Боге. Те, кто желает, могут прийти в храм и помолиться в этот день, обратясь к Матроне Московской с просьбой, чтобы она помогала осуществлять свое христианское призвание. Главное – это вера, которая должна присутствовать в людях. И Блаженная Матрона на собственном примере демонстрировала – Бог поможет каждому, кто стремится к духовному просветлению. Егор Зайцев, служба новостей ИТВ.